Благодаря планомерному развитию и разностороннему сотрудничеству социалистических стран происходит постепенное сближение и выравнивание уровней их экономики. Как было подчеркнуто 25-м съездом КПСС, сближение и выравнивание является закономерностью развития мирового социализма. Эта закономерность выступает как противоположность неравномерности экономического развития буржуазных стран. В мировую социалистическую систему вошли страны с различным исходным уровнем развития экономики. Многие из них были аграрно-сырьевыми придатками развитых империалистических государств. Это являлось выражением антагонистического характера капиталистического международного разделения труда. Так, неразвитую промышленность, отсталое сельское хозяйство получили в наследство от капитализма Болгария и Румыния. Особенно отсталой была экономика Монголии, где еще сохранялись пережитки феодализма. Благодаря созданию новых производственных отношений, отношений социализма, начали устраняться различия в уровнях экономического развития стран. Это достигается прежде всего мобилизацией собственных ресурсов страны, использованием естественных и экономических предпосылок. На этой основе в Болгарии, например, была заново создана цветная металлургия, флагманом которой явился новый свинцово-цинковый комбинат в Пловдиве. В социалистической Румынии развивается нефтедобывающая промышленность. Возводятся крупные нефтеперерабатывающие предприятия, как, например, завод в городе Онеште. Но эффективное использование собственных ресурсов этих стран было бы невозможно без планомерного межгосударственного сотрудничества и братской помощи стран, более развитых в экономическом отношении. Именно с помощью Советского Союза и других социалистических государств переводится на индустриальную основу сельское хозяйство Кубы. Создается новая техническая база производства никеля. В народной Монголии при активном участии социалистических стран получили развитие кожевенная промышленность, добыча угля и других полезных ископаемых, а также производство строительных материалов для нужд национальной промышленности. Большая материальная поддержка была оказана и оказывается народу героического Вьетнама. Благодаря международному социалистическому разделению труда и планомерному развитию научно-технического сотрудничества в странах социалистического содружества формируются современные отрасли промышленности, такие, например, как атомная энергетика. Польша и Болгария начали специализироваться на производстве средств автоматизации
и электронно-счетной техники. Ярким примером научно-технического сотрудничества является деятельность учрежденного братскими странами Объединенного института ядерных исследований. Объединение усилий позволило вести научные изыскания во многих областях современной науки ученым даже тех стран, которые лишены возможности самостоятельно заниматься этими исследованиями. Примером плодотворного научно-технического сотрудничества могут служить совместные работы социалистических стран по программе «Интеркосмос». А с 1978 года вместе с Советским Союзом и другие страны СЭФ стали принимать непосредственное участие в космических полетах. Владимир Ремик, первый гражданин ЧССР, вошедший в состав международного экипажа космического корабля «Союз-28». Сближение уровней экономического развития можно проиллюстрировать на примерах наиболее общих технических и экономических показателей. Так, по производству электроэнергии на душу населения ранее отсталая Болгария вошла в группу ведущих стран. В Монголии в настоящее время производство и потребление электроэнергии на душу населения достигло уровня СССР 1950 года. Достигнуто существенное сближение по производству национального дохода на душу населения по сравнению с 1950 годом. Это одно из проявлений выравнивания уровней жизни народов, связанное с действием основного экономического закона социализма. Выравнивание, как новая закономерность социалистического содружества, постоянно находится в центре внимания стран СЭФ, осуществляющих экономическую интеграцию. На 31-й сессии СЭФ, посвященной 60-летию Великого Октября, представители разных стран вновь подчеркивали объективный характер этой новой закономерности социалистического содружества. Отрицание этой закономерности, как и других общих закономерностей развития социализма в сфере международных и национальных отношений, подвергнуто критике на международных совещаниях и конференциях коммунистов и партийных съездах братских стран. На этих форумах отмечалась несостоятельность так называемой теории конвергенции, отрицание принципиального отличия социалистического типа экономической интеграции от капиталистического, навязывание идей рыночной модели социалистической интеграции. С критикой этих и подобных концепций ученые-марксисты выступают на страницах партийно-политической и экономической печати, на международных научных конференциях и встречах. На 25-м съезде КПСС, съездах других братских партий, была отмечена необходимость повышения роли общественных наук в наступательной борьбе против антикоммунизма. Страны социализма уверенно идут путем интеграции их экономик, укрепляя материальную основу социалистического содружества. В целях совершенствования
и планомерного углубления экономического сотрудничества страны СЭФ создают различные международные экономические организации. В соответствии с комплексной программой, по характеру и правовому положению, эти организации могут быть в основном двух типов: межгосударственные экономические и международные хозяйственные. Одной из первых межгосударственных экономических организаций является созданный странами СЭФ в 1963 году общий парк грузовых вагонов. Эта организация призвана обслуживать растущий товарооборот между европейскими странами СЭФ, обеспечивать более эффективное использование транспортных средств. В результате деятельности общего парка значительно сократилась сверхнормативная задержка вагонов. Сократился и пробег порожняка, передаваемого странами друг другу. В рамках другой межгосударственной экономической организации «Агромаш» сотрудничают Болгария, Венгрия, ГДР и Советский Союз. «Агромаш» координирует работу по созданию новых машин, заменяющих ручной труд в овощеводстве. В отличие от межгосударственных организаций, болгаро-венгерское совместное общество «Интрансмаш» занимается и хозяйственной деятельностью. Эта международная хозяйственная организация способствует техническому развитию систем внутризаводского транспорта и складского хозяйства, начиная с разработки технических проектов и кончая поставкой готового оборудования. Важной формой экономического сотрудничества стран социализма и их интеграции является внешняя торговля. С 1950 года по 1976 год объем внешней торговли стран-членов СЭФ увеличился более чем в 15 раз. Высокая динамика роста товарооборота, стабильность и взаимовыгодность цен характерны для мирового социалистического рынка. Внешняя торговля социалистических стран осуществляется на основе государственной монополии. Через специальные организации государство осуществляет свое исключительное право управления внешнеэкономической деятельностью. Новые принципы внешней торговли способствуют планомерной концентрации ресурсов социалистического содружества для решения важных народно-хозяйственных задач. Примерами этого может служить создание Кремиковского металлургического комбината, оборудование для которого было закуплено Болгарией у СССР и других стран СЭФ, сооружение автомобильного гиганта на Волге или совместное строительство Румынии и Югославии гидроэлектростанции у железных ворот. Успешное функционирование мирового социалистического рынка знаменует образование нового механизма планомерного использования закона стоимости в интернациональном масштабе. Странами СЭФ создан плановый валютно-кредитный механизм. В 1964 году страны-члены СЭФ образовали Международный банк экономического сотрудничества для регулирования расчетов по внешней торговле на основе взаимного краткосрочного и среднесрочного кредитования. Высшее
высшим органом банка является Совет, состоящий из представителей всех стран. Его исполнительный орган – правление. Банк имеет 4 управления. С переходом к многостороннему регулированию платежей основной расчетной единицей во внешней торговле социалистических стран стал переводной рубль, коллективная валюта стран СЭФ. Позднее, в 1970 году, был создан Международный инвестиционный банк для долгосрочного и среднесрочного кредитования интеграционных мероприятий в области капитального строительства. Членами банка являются все страны СЭФ и Социалистическая Республика Вьетнам. Объем кредитов инвестиционного банка быстро растет. К настоящему времени МИБ финансирует около 50 объектов в странах-членах банка с сметной стоимостью более 7 миллиардов переводных рублей. Одним из основных объектов является строительство газопровода Оренбург, западная граница СССР. Преимущества социалистической системы международных расчетов особенно наглядны на фоне валютных кризисов, сотрясающих мировое капиталистическое хозяйство. Эти кризисы – одно из многочисленных проявлений углубляющегося общего кризиса мирового капитализма. Господство крупных капиталистических держав в международных экономических организациях обеспечивается распределением голосов по величине или по силе капитала. Например, в Международном валютном фонде страны общего рынка и США располагают большим числом голосов, чем остальные 117 государств, членов этой организации. Совершенно на иных принципах построены международные экономические, в том числе и валютно-кредитные организации социалистических стран. Здесь все члены равноправны, располагают одинаковым числом голосов, независимо от денежного взноса. Решения принимаются на основе принципа единогласия. Совет экономической взаимопомощи не является замкнутой экономической организацией. Расширяется круг государств, участвующих в работе Совета. На основе подписанных соглашений развиваются связи СЭФ со странами различных социально-экономических систем, с Финляндией, мексиканскими Соединенными Штатами, Иракской Республикой. Социалистические страны настойчиво добиваются введения равноправия, взаимовыгоды и уважения суверенитета в практику международных экономических отношений. Только так можно дать политической разрядке, как подчеркнул 25-й съезд, прочную материальную основу. Принципы равноправия, взаимоуважения и взаимовыгоды последовательно отстаивали представители социалистических государств и на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившем в Хельсинки в 1976 году. Социалистическая система мирового хозяйства дает всему миру образец решения в интересах народов сложнейших хозяйственных проблем. В отчетном докладе ЦК 25-му съезду партии Леонид Ильич Брежнев еще раз подчеркнул, что вместе с другими братскими партиями
КПСС и впредь будет делать все, чтобы пример победившего социализма сиял все ярче и ярче.